финале 140 категории до 74 килограммов встречаются в красном трико Заур Макиев, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания. В синем трико заслуженный мастер спорта Муслим Дадаев, Чеченская Республика, город Грозный, Россия. На ковре Б в красном трико выступает Заур Макиев, Россия, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ Югра и в параллельном зачете Республику Северная Осетия Алания. Зауру 24 года, из них 10 лет он занимается борьбой. Он носит звание мастера спорта международного класса. В 2012 году стал чемпионом мира среди молодежи. В синем трико борется Муслим Дадаев, Россия, команда Чеченской Республики, город Грозный. 27 лет, 12 лет занимается борьбой, заслуженный мастер спорта. Тренеры Сулейманов, Хасанов, Муртазалиев. Муслим Дадаев, обладатель Кубка мира. Thank you.
внимание, представителя сборной Словакии просьба подойти в зону награждения. Повторяю, представитель сборной Словакии подойдите к зоне награждения. Уважаемые зрители, я еще раз обращаюсь к вам с просьбой. Заур Макиев. Еще раз обращаюсь к вам с просьбой. Не стал обладателем золотой медали весовой категории до 74 килограммов. Россия, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Северная Осетия, Алания. Еще раз обращаюсь, уважаемые зрители, пожалуйста.